Сотрудничество налоговой инспекции Московского района с Брестским государственным техническим университетом имеет давнюю историю и выгодно для обеих сторон. Ведь именно здесь, на экономическом факультете, обучают будущих логистов, финансистов и бухгалтеров, которые совсем скоро не в теории, а на практике столкнутся с вопросами налогообложения. Очень радует, что мы можем приглашать предприятия, заказчики кадров, для того, чтобы они говорили, какие им непосредственно знания нужны от наших выпускников. Кроме того, очень важно, чтобы студенты владели актуальной информацией по экономической работе. И такими нашими хорошими партнерами является налоговая служба нашей Республики Беларусь. Речь на встрече со студентами шла о налогах и не только. Почему стоит хорошо подумать, оформляя бизнес третьего лица на свое имя, как превратить любимое дело в источник легального дохода и в чем несомненные плюсы работы в налоговом органе, ответы на эти и другие вопросы молодые люди получили из компетентного источника. Конечно же, очень важно, чтобы подрастающее молодое поколение было в курсе вообще, что с налогами происходит, какие есть новшества, как уплачивать, что понятие ремесленного сбора, самозанятости, как вообще понятие индивидуального предпринимателя, организации, что нужно на этом этапе сделать, куда обратиться, куда подойти. Поэтому наша задача была сегодня в общих чертах, в таком формате беседы, встречи, именно разъяснить молодежи и указать, где мы находимся, в каком месте нас можно найти. Налоговая инспекция Московского района насчитывает 104 сотрудника. И более 50% штата составляют выпускники Брестского технического университета. Случайность? Нет. Ведь из года в год они показывают себя как ценные кадры. Поэтому гости не скрывали своей заинтересованности в новых сотрудниках. И этот интерес оказался взаимным. Встреча очень понравилась. Она прошла в таком широком формате, скажем так. Мы узнали очень много полезных вещей. Мне кажется, много людей на этой встрече задумываются о данной профессии. Многие записали номера телефона для того, чтобы встретиться, переговорить по поводу этих вопросов. Вот. Ну и, допустим, как и на нашей специальности, мы уже много чего узнали о налогах, прошли это и понятия имеем. Такие разговоры каких-то работодателей со студентами очень важны для того, чтобы расширять их кругозор, для того, чтобы они более изнутри посмотрели на всю эту сферу. И я считаю это очень большим шагом в развитии вообще, как это сказать, для того, чтобы студенты лучше понимали, что они хотят и что их ждет. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.